Когда-то один очень умный человек сформулировал, что на свете самое страшное. Самое страшное на свете – это дурак с инициативой, сказал умный человек. Вот меня всегда бесили дураки с инициативой. Ты не разобрался, ты не понял сути вопроса, а уже начал крушить, ломать, бить, стрелять. Попробуй все-таки свою инициативу в том случае применять, если ты полностью уверен, что эта инициатива принесет какую-то пользу людям, а не только тебе. Поэтому вот как только у нас будет меньше вот этих вот оголтелых предпринимателей, которые взяли, вскочили и побежали, ура, на баррикады, нам гораздо легче будет жить, когда люди начнут думать. Потому что такое думать? Ну, на самом деле, это просто взвесить за и против. Посчитай, ведь существует еще одно интересное выражение. Если чувствуешь, что сомневаешься, поступай в сторону «нет». Как только ты начнешь поступать в сторону «нет», большинство твоих действий моментально можно будет отменить. Это очень просто.